Со следующего года в крупных школах страны поэтапно начнут работать кабинеты стоматологии. Проект «Саутспен Болашака» реализуется при поддержке Министерства здравоохранения. На первом этапе кабинеты появятся в школах, где обучаются свыше 1000 детей. Детали в материале нашей коллеги Нурсаи Эльбрусовой. На базе учебных заведений в Казахстане работают 98 стоматологических кабинетов. Один из них расположен в Карагандинской области в школе-гимназии имени Аль-Фараби. Такие кабинеты нужны для профилактики заболеваний зубов и полости рта, отмечают медики. Они могут выявить кариес на ранней стадии, не допустив развития осложнений. В данном случае мы тесно работаем с родителями, с учителями, с детьми. Обучаем правильной чистке зубов, как использовать зубные пасты, какие использовать зубные щетки. Вот все это проходит в игровой форме. Вот сейчас дети, ну, как бы, потребляют очень много такой пищи, которая, она, ну, как бы, пагубно влияет на состояние полости рта. Вот, поэтому ежегодно, значит, проводятся профилактические досмотры, где выявляется, значит, нуждаемость в лечении. В рамках проекта осматривать детей будут с 1 по выпускной класс. Если у ребенка обнаружат проблемы с зубами, то его направят на лечение в стоматологическую клинику. Все услуги будут оплачены за счет системы ОСМС. Помимо детей ведется профилактическая работа с родителями и педагогами. В настоящее время ведется серьезная плановая работа, методическая работа по совместно с Всемирной организацией здравоохранения по разработке именно вопросов, вопросников, анкет для родителей, для детей с целью получения информации о том, насколько родители знают о необходимости гигиены полости рта, необходимости правильного питания. Кроме того, с учителями будут проводиться тоже обучающие семинары, проводятся уроки гигиены. На первом этапе кабинеты стоматологии появятся в школах, где обучаются свыше 1000 детей. Их будут открывать как в действующих, так и в новых учебных заведениях. Нурсая Эльбрусова, Сайран Ахамбаев, 24 KZ.